Пока еще не придумали миксер-пылесос, зато придумали кредитную карту Тинькофф Платинум. Не нужно выбирать между важным и важным. Оформи Тинькофф Платинум до 30 ноября и получи шанс выиграть 10 миллионов рублей. Мне бы сейчас не помешал помощник. А потом... Попал в некие неприятности. И тебя отвергли. Мне это знакомо. Думаю, тебе знаком КВ-54. Нам нужно его поймать. Я не позволю его убить. Там мой брат. Сейчас это опасное существо, блуждающее по лесам. И я хочу помочь ему. И как я говорил раньше, мне нужен помощник. За ними! Давай! Их надо убить! Что это за секретное место, если нас так быстро нашли? Видимо, по следам ехали! Thank you.
Это мой брат! Слышишь меня? Я не допущу, чтобы он пострадал! Ладно, ладно! Я понял! Я не собирался вредить ему! Это орудие можно регулировать! Мы же боремся с армией Мефистополя! Победим мы их! И что потом? Для Советского Союза мы изменники! Да и нигде нам не будут рады! В мире всегда найдется местечко для таких изгоев, как мы! Я надеюсь, что после войны воцарит мир, и можно будет свободно заниматься наукой, а не войнами. А все-таки, как на Марсе было хорошо. Как же хорошо было быть букашкой.